которую хочу предложить для рассуждения. Человек, способный приобретать души. Человек, способный приобретать души. В общем-то, это тема для общения по благовестию очень хороша. Но я подумал, что здесь сидят благовестники. И думаю, не ошибаюсь. Здесь сидят люди, труженики, которые несут учение Христа детям, подросткам. И думаю, это очень-очень важная тема – приобретать души. В этой теме у меня 4 пункта. Первая – цель. Второй – стимул или побудительные причины. Третий – это затраты, расходы, издержки. И четвертый пункт – это качество человека, приобретающего души. Я прочитаю из первого послания Коринфянам, 9 глава, с 19 по 27 стихи. 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 по 27 стихи. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Это основной текст. Я еще к двум текстам обращусь. В этом тексте первое – это цель. Вот здесь, в этом тексте, «приобресть» – это слово 5 раз. «Приобрести». Что приобрести? Что это за приобретение? Приобрести душу, души, людские души. Приобрести для Христа. Или вот еще в 22 стихе слово, созвучное этому – «спасти». Я так обратил внимание, еще в других текстах точно такое значение. Вот, допустим, Евангелие Матфея, 18 глава, там тот же смысл. Приобрести – это спасти. Выражение «для всех» апостол Павел не исключает никого. Вот для всех, всем поработил. Апостол Павел не исключает никого. Или даже вот такое выражение, дабы больше приобрести. Я подумал, у него хороший захват, да, друзья? Он не исключает никого из тех, с кем он встречается, кому он служит. У него хороший захват, он хотел бы всех приобрести. Больше приобрести. Друзья, я вот, может быть, коротко хотел остановиться на этом. Но это глубокая такая заинтересованность, не иначе. Глубокая заинтересованность. Вот знаете, у нас человек один ходил в собрание, ну и ходит сейчас 10 лет уже. Он то ходил, то не ходил. Обычно он, вот я переживал, думал, или одержимый, или под влиянием духов. Ну, было не до конца понятно. Иногда приступы злобы. Прямо в собрание придет, в фойе мечется. Ну, видно, что мечется, лица на нем нет. А потом после собрания он идет по проходу ко мне. Ну, и так дерзко, резко говорит,
я бы вас всех с Калашникова перекосил. Встал бы на выходе и всех бы уложил бы. Ну а почему? Начнем разбираться, он сам не знает. Помолюсь за него, успокоится. Спасибо вам большое. Я говорю, а почему так? Он говорит, не знаю, какая-то злоба у меня. Вы знаете, он иногда каждый вечер ко мне, каждый вечер. И вот постоянно одно и то же жалобы. Вот этот член церкви вот так сделал, а вот этот вот так. Или, допустим, вот этот ваш член церкви, он вот так сказал мне, вот так обидел меня. Как вы думаете, это обидно? Я говорю, ну, наверное. А вот прощения не попросил до сих пор. У меня вопрос к вам. Вот вы пресвитер церкви. Когда он захочет войти на небо, у него это получится без того, чтобы не попросить у меня прощения? Я говорю, слушай, я не знаю. Нет, принципиально. Я говорю, думаю, что хорошо бы ему попросить прощения. И вот знаете, ну вот каждый вечер иногда я уже смотреть на него не мог. Или вот такая ситуация. Ну вот, к примеру, я не был месяц дома, приехал, вот во двор заезжаю, и у меня радость, у меня одно желание, сейчас отдых. Сейчас я могу быть в семье, отдохнуть. Только моя нога ступила в родной двор, с левой стороны от меня он откуда-то. Он все понимает, я думаю, он все понимает. Он говорит, он насупленный такой, он говорит, я хочу с вами поговорить. Можно? Ну, и он уже ждет, что я ему скажу, ну, я месяц не был дома, ну, что ж ты. А у меня это рвется из души, друзья. Жена, смотрю, уже чуть не плачет. Я говорю, можно, конечно. Заходим, у меня в висках стучит уже. Ну, где у него совесть или хоть что-то? И вот, знаете, один брат мне сказал, он говорит, вы столько на него времени тратите, если бы на членов церкви столько. Я не то, что хочу сказать, что я такой вот, ну, где-то порой у меня и взрывы бывали, что-то и выскажу ему. А он, в чем проблема у него? Он говорит, вот этого я никому никогда не открою. Он исповедуется, а доходит до определенной черты, дальше стоп. Я говорю, ну, у тебя не развяжутся твои узлы так. А вот совсем недавно он исповедал все же и стал меняться этот человек. И такой он приятный уже для меня стал. Я рад с ним поговорить. У него духовные запросы. У него, ну, я рад с ним пообщаться. Замечал за собой, друзья, я и сам бы его рад был уже раньше вот за эти годы исключить из списка вот этого, ну, кого бы я хотел приобрести. Потому что это безнадежный человек. Безнадежный. Но я думаю, вот вы детские работники, вы меня поймете. Мне очень трудно с подростками. Наверное, самое трудное – это с подростками. У меня семья большая, уже немало прошли этот возраст. Я бывало так по приглашению проводил вот на летнее время в лагерях с подростками. Ну, сколько-то лет порой подряд. И вы знаете, иногда у меня рвалось из сердца, ну, за что надо мною так можно издеваться? Вот, ну, сколько они могут мои нервы испытывать? Я провожу беседу, а они меня испытывают. И среди них бывают такие дерзкие, такие негодные, что кажется, зачем он здесь вообще, этот человек? Друзья, как-то в один из таких вот летних лагерей, я вот об одном человеке именно так думал, и вот просто уже негодовал. А потом в числе исповедующихся, как обычно, знаете же, да, в лагерях, вот до ночи глубокой, и в числе исповедующихся он был последним. Я его не узнал в темноте. У него зубы стучали, аж я слышал. Я говорю, ты замерз? Он говорит, нет, исповедаться хочу. Ну, мне надо было много сил, чтобы на ногах остаться. Я подумал, не зря все же. И как я бываю близорук. Как я не способен видеть души. Вот здесь эта мысль, у Павла хороший захват и желание приобрести больше. И всех желательно, не исключая никого. Друзья, я сделал акцент на это, потому что, думаю, вам это знакомо. Когда хочется кого-то исключить,
в силу его вредности, испорченности, наглости, и можно еще перечислять, наверное, немало. Так же, да, друзья? Значит, цель – это первое. И цель – приобрести. То есть спасти. Расположить его. Заинтересовать его. Привлечь его. Так, чтобы вот этим авторитетом или действиями, сделать его подвластным Христу. Для Христа это сделать. Не для себя, не какие-то интересы свои личные преследовать, а чтобы человек получил спасение. Второе – это стимул. Вот мне понравилось это слово. Я, может, и знал значение, да забыл. А вот брат объяснял, говорит, это была палка. Так называли палку для... Для погона волов, чтобы их побуждать двигаться. Острая палка, ею кололи, и вол двигался тогда охотно. Вот можно сказать, что это побудительные причины. Вот здесь перечисляет апостол Павел ради Евангелия, ради венца нетленного, чтобы не остаться недостойным. Я думаю, друзья, что это очень серьезно и важно. И вот иногда так сам, наедине с собою, перед Господом, я не раз обнаруживал, что как раз-то вот эти цели, они важны для моего Господа. Он и очень внимателен к моему сердцу, и его интересует, ради чего я двигаюсь, ради чего я делаю. Я мог бы приводить примеры, когда я это обнаруживал вдруг, и у меня бывало глубокое волнение. Думаю, Господи, как Ты внимателен ко мне, и Тебя действительно интересуют глубины. Так вот, друзья, в Евангелиях мы встречаем, что и сам Господь Иисус это высоко оценивает, и Он это ставит как высшая побудительная причина ради меня, ради Евангелия. Помните, да? Это самая высшая побудительная причина ради Господа. Вот апостол Павел как раз об этом говорит, что это им движет. Я не знаю, братья и сестры, нужно ли здесь остановиться хотя бы коротко на неправильных побудительных причинах. Их много может быть. В своей жизни я их замечал немало. Может, не стоит их перечислять? Это неприятно. Но вот к филиппийцам во второй главе апостол Павел говорит, желает послать к филиппийцам Тимофея и говорит, что я удивляюсь его откровенности. Он говорит, что не имеет никого равноусердного. По какой причине? Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Искание своего, какая-то своя выгода, корысть какая-то. Друзья, когда мы обнаруживаем вот эти нечистые побудительные причины, то нам надо от них избавляться. Исповедовать их перед Господом, избавляться от них, чтобы нам двигаться так, чтобы угодить Господу. Итак, стимул или побудительные причины ради Господа, ради Евангелия. И вот здесь еще не один раз он повторяет во всей главе «ради венца». В целом-то Писание не один раз обращает наше внимание на венец, на награду, на воздаяние. И это тоже важный стимул. Я смущался, как-то в своей жизни, или вот взгляд мой недалеко смотрит, или по какой-то другой причине, хотел бы это в себе развивать, чтобы тоже видеть, много очень Павел об этом говорит, чтобы тоже видеть это воздаяние.
И это очень серьезный стимул. Получить венец от Господа. Вот не так давно я слышал, один брат проповедовал мысли по Иакова 1 главе. Ну, вот первый отрывок с 1 по 12 стих. В 12 стихе там сказано: «Блажен человек», вот вылетело сразу из головы, «который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». И он так сказал, брат, что весь этот отрывок говорит о пути к венцу. Ну, там через скорби и испытания. Путь к венцу. Я подумал, правда, сколько раз Писание говорит о венце. Делает ударение на это, обращает мое внимание. Это должно меня занимать. Влечь. Путь к венцу вот такой, такой и такой. Значит, друзья, чтобы достичь цели, чтобы приобретать души, должны быть правильные побуждения, верные. Ради Евангелия, ради Христа, ради венца. Третье – это затраты или расходы. Ну, или издержки, еще можно сказать. Апостол Павел говорит: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя». 19 стих. Вот что значит «свободен»? Ну, я думаю, что он мог бы этого не делать. Он никому не должен, чтобы вот так поступать. Свободен. Он мог бы этого не делать. Вот знаете, сейчас общение прошло недавно в Караганде. И я заметил, у меня там было много поручений, нагрузок. Я сожалел даже, что не все могу слышать, не все назидание. То одно надо делать, то другое. И все срочно надо здесь сделать. И как-то так немножко горевал об этом даже. Вот знаете, на перерыве прохожу, мне надо найти кого-то. Найти какого-то брата, решить вопрос. И смотрю, брат один сидит, я с ним давно знаком, и он немножко грустный. Я думал пройти мимо, а потом думаю, ну хоть спрошу его. Я говорю: «Чего ты такой грустный?» А он говорит: «Ну присядь». Я вот присел, а я смотрю, у него слеза вот тут побежала чуть-чуть. Думаю, может, я и ошибся, или правда слеза. Он говорит: «Я за последнее время понял, что значит вот это написанное: все воды твои и волны твои прошли надо мною». Я говорю: «А что, брат мой, тяжело в жизни?» Он говорит: «Очень тяжело было. Сейчас полегче как-то». И вот он немножко, коротко рассказал, и я сам так проникся переживанием его. Коротко посидели, и я пошел решать свой вопрос. Вы знаете, на другой день, на этом же общении, вот так в проходе мы встретились, и он мне сказал, я уж не буду передавать, что он сказал, но он говорит: «Александр, вот я готов тебе послужить или помочь, если вдруг у тебя какая нужда». Имеет это в виду. Я говорю: «Хорошо, спасибо большое». Я смотрю, я его приобрел, да? Не в смысле спас. Или выручил из чего-то. Я его расположил так, что он готов послужить даже мне. Чем расположил? Я был от этого свободен, я мог бы пройти. У меня забот столько. Да и дело-то незначительное. Вот свободен, это может быть вот так даже. Ну а что тут такого, что я должен к каждому подойти? Это же невозможно. И тогда, когда у самого проблем хватает, это не так просто увидеть по глазам кого-то, что душа скорбит и переживает. Вот Павел говорит, что как раз-то имея такое положение, он поработил себя. Будучи свободен от всех, поработил себя. Что значит «поработил себя»? Ну, хочу отметить, что он сделал это сам. Сам над собою.
Не кто-то его поработил, он сам это сделал. Мог бы не порабощаться, свободен, но он это сделал сам над собою. Не захотел бы, не сделал. Дальше он поясняет, то есть для всех сделался всем. Ну вот я так подумал, что можно сказать, стал на тот уровень. Он перечисляет многих иудеев, подзаконных, немощных. Он стал на тот же уровень. Может быть, знаете, можно и какими-то другими словами сказать. Поработил, ну, это послужил, это сделался пригодным для них. Ну вот, стал на этот уровень понимания. Вы знаете, уже давно, уже годы прошли, наверное, больше 20 лет. Но мне запомнился этот случай. Он мне был очень интересен. У нас в гостях был один брат, он с Германии был, это не имеет особого значения, проездом. Один служитель его завез познакомиться, и вот он проездом был в моем доме. Прошло, может быть, 5 минут, то есть с тех пор, как он зашел в дом, поприветствовались, познакомились, и его заинтересовали мои дети. И я удивился, что он моментально приобрел их внимание. Моментально он стал своим для них. Вы знаете, чем он это сделал? Но я был удивлен. Дети там игрались в соседней комнате игрушками на полу. Он лег на пол, вот взрослый дяденька, и он давает что-то там тоже расспрашивать, какой там двигатель или что. Вы знаете, дети без ума от него. Я был удивлен. Вы знаете, я после этого уже не раз замечал, не знаю, он меня научил или сам уж научился. Ну вот, допустим, не так давно сравнительно, у меня еще есть маленькие дети, дошкольники. Ну, сравнительно не так давно. Смотрю, они на полу вот как раз занимаются этими играми своими. Я немножко подумал, осмыслил, лег рядом с ними на пол. И вы знаете, это всегда, это не первый раз уже. Восторженное выражение лиц. Они смотрят на меня, они даже ничего не говорят. Они бросили свои игры, они просто сидят и смотрят на меня, улыбаются. А я машинку взял, немножко провел. Они забыли, как играться. Вот кажется, очень простое дело и нетрудное. Или не очень трудное. Бывает, конечно, потруднее. И то, о чем говорит апостол Павел, это, конечно, серьезные, серьезные такие переживания его. То, о чем он говорит, у него было этого много за плечами. Он встречался и с иудеями, и с немощными. Ну, вот знаете, я когда-то очень хотел быть сильным. И сегодня у меня это остается. Но от начала я хотел быть сильным. И понимаю, что это как христианин сильным. Духовно сильным. И понимаю, что это правильно, друзья. Это правильное желание. Но вот когда я читал, апостол Павел говорит, мы сильные, то я как-то непроизвольно включал себя туда. Оно не очень скромно. Но я думал, что мы, это Павел, это вот сотрудники. Ну-ка, я, конечно, я слабым не хочу быть. А потом уже через время я прочитал, что вот эти сильные делают. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. А я уже познакомился к тому времени, что такое немощи бессильных. И я заговорил, загоревал, думаю, я не сильный. Так вот он встречался и с немощными. И мог стать на этот уровень именно с тем, чтобы приобрести. И делал это не ради чего-то, а ради Евангелия, ради Господа, ради венца. Друзья, вот это поработить себя, я думаю, что, ну как бы сказать, проще послужить. Это требует и внимательности, и много-много еще чего.
И обязательно преследуется цель приобрести. Вот знаете, иногда я так, осмысливая то или иное происшествие в своей жизни, не раз замечал и ахал от ужаса порой. Думаю, какой я невнимательный, как я способен растоптать что-то нежное. Как я не способен понять иногда элементарного. Но вот знаете, я сейчас вот вспомнил пример такой. Когда-то я приехал тоже из поездки, не был дома сколько-то, и вот за столом сидим, жена что-то рассказывает, дети за столом, и вот один из меньших, он рядом со мной по эту сторону, я с торца сижу, а он прям рядом. И вы знаете, он мне мешает. Я рассказываю, а он мне мешает. Он подсовывает ко мне машинку, я точно не помню, но она небольшая, там, может, колеса одного даже не было. И вот он ко мне поближе, я ее отодвинул, но смотрю, она опять здесь. Я опять отодвинул, мне немножко уже нервоз. Хотел сказать, ну перестань, сядь нормально, а? Смотрю, он опять через время аккуратно так пододвигает, отодвинется, я уже заметил, отодвинется и еще чуть ближе ко мне. И смотрит, я уже теперь посмотрел, он смотрит на меня и на машинку с таким умилением. И вы знаете, меня вдруг осенило, он сердце свое ко мне пододвинул. Это ж что-то для него дорогое. Может, он у брата старшего отвоевал недавно ее со слезами. И он мне вот это двигает. А я говорю, да сядь на место, отодвинь. Но я так не сказал, а было на сердце. Вот, друзья, чтобы приобрести. Ну, с малышами как-то по-особенному. Вот здесь вставали младшая группа. С малышами свой подход. Стать вот на этот уровень, да, пониже. С более старшими. Уже какие-то другие оттенки. Подростки, ну там еще разницу можно увидеть. Здесь, друзья, я заметил принцип. Вот я сейчас говорю о затратах, расходах, издержках. Я заметил, друзья, принцип такой, Павел здесь провозглашает. Все подвижники воздерживаются от всего. Вот это он заметил, это везде так. Вы знаете, кто такие подвижники? Вообще подвиг – это движение. Но я так для себя уразумел, что это выдающееся движение. Вот, допустим, бегут, кстати, в этом отрывке слово «бег» 4 раза. Это движение «бег». И Павел здесь говорит не о том, чтобы пробежаться, как на неверное. Ну, так размяться, достигну хорошо, не достигну, да и ладно, ничего не потерял. Он говорит о напряжении, о беге, который должен увенчаться нетленным венцом. Итак, друзья, вот подвижники – это те, которые выдаются из общего движения. Бегут 10 человек. И все довольно подготовленные. Знаете, я-то в неверующей семье был и занимался разными видами спорта с детства. И немало бегал. Вот, может, трудно поверить сейчас, но был легок на ногу и немало бегал. И вот я замечал вот такое удивление. Ну вот, допустим, там один круг, другой круг, третий круг. И уже ноги заплетаются. Надо рассчитать все, силы, там дыхание, все. И вы знаете, уже кажется лечь да помереть, уже никуда не бежать. Уже приходят мысли, хоть как добежать. Если уж добежать, хоть как добежать. И вдруг вот из этой группы кто-то начинает добавлять. А уже ни у кого нет этой добавки. Уже никто не спорит, а он добавляет, добавляет, добавляет и уходит. Подвиг – это вот такое выдающееся движение, не знаю я. Правильно говорю или нет, братья? Вот подвиг, чтобы иметь подвиг, чтобы иметь этот рывок, Павел замечает, все, кто хочет вот так вырваться, они воздерживаются от всего. Иначе невозможно. Без издержек, без воздержания невозможно.
Вот чтобы кто хочет хоть чего-то достичь, хотя Павел здесь не говорит так, хоть чего-то. Так вот, кто хочет хоть чего-то достичь, тот должен воздерживаться. Кто хочет прибавить в движении, тот должен лишний груз, лишний вес сбросить. Вот знаете, сейчас мы ехали, и я услышал, вот я и раньше слышал подобные примеры. Брат хорошо проповедует. Когда он не зайдет на кафедру, обязательно есть назидание, обязательно есть свежая мысль. Но это всегда интересует и спрашивает у него, ну откуда берешь ты это? Или, по-моему, у кого-то другого спросили, а за него ответили, что он сразу после уверования имел эту цель – проповедовать Слово Божье, хорошо проповедовать, и постился об этом. Вот другой пример слышал, там где-то Михаил Иванович Хорев приводил, что тоже так хороший проповедник. И он когда узнал, ну, почти откуда он берет это, а там он, по-моему, 9 суток в посте был. Жена уже говорит, да хватит уже, вызвала отца, ну, свекра. Ну, говорит, вот сын вот так вот ваш. Отец уже с ним поговорил, объяснил, хватит. А тут, по-моему, до 11 суток довел пост. Вот с тем, чтобы проповедовать слово, правильно проповедовать. Ну и Михаил Иванович, когда узнал, говорит, а, понятно. Думаю, братья, наверное, ни одного здесь нет такого, который не хотел бы хорошо проповедовать, да? Так же? Но думаю, что побыть в посте трое суток ради этого, то эта издержка довольно большая. Довольно большая. Это огромная издержка. Почему? Потому что всегда не кстати пост. То работа, то болезнь. Цель хорошая. Я бы всей душой хотел. Горит сердце, как услышу. Но когда и речь идет о расчете, о каких-то затратах, смотришь, купюры довольно большие. Но я для примера проповедь Евангелия. А в общем-то, апостол Павел говорит, что это во всех сферах. Детский работник, он тоже должен рассчитывать на серьезные издержки, если он хочет двигаться, если он имеет в виду подвиг, то ему надлежит расходы иметь. Что это за расходы? Да тот же пост. Что это за расходы? Да то же Слово Божье, чтобы иметь его, чтобы говорить понятно на их языке. Еще, друзья, я здесь отметил работа над собой. Вот апостол Павел говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Устранение отрицательного из своей жизни. И здесь немалое значение имеет смирение. Вот в Псалме 72, 13-14 стих Асав говорит, «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал руки свои в невинности и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Вот уже эта мысль звучала, чистота сердца. Это важно. Работать над собой, чтобы, Павел говорит, не поставить какой преграды. Друзья, а как это просто поставить преграду, вызвать нерасположение? Как это просто? Это бывает одним словом можно сделать или жестом. Поставить преграду. И я думаю, друзья, что очень много труженику нужно работать над собой, над изъянами характера, над речью ли. И здесь я еще раз хочу повторить, имеет немалое значение смирение.
где-то нам со стороны что-то скажут. Думаю, что вот как раз в этой аудитории немало бывает проблем и натяжек с родителями, с чьими детками мы занимаемся. Разных переживаний. Вот здесь важно не упустить и эти издержки. Могут быть обличения, могут быть несправедливые обличения, совершенно несправедливые. Как-то Иван Петрович Плет, мы с ним разговаривали, мне запомнилось, он говорит: «Знаешь, Саша, вот Бог нас воспитывает и через справедливости, и через несправедливости». Немножко подумал, говорит: «По-моему, через несправедливости даже больше достигается». И если мы готовы работать над собой, если готовы смиряться, если готовы порабощать свое тело, то, друзья, это будет иметь серьезное значение в том, как мы воспримем то или иное, какие будут последствия того. Здесь еще хочу отметить, что эти затраты апостол Павел готов был нести даже ради некоторых. Вот он говорит, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Но я подумал, как это понять? Хочет приобресть всех? Больше приобресть? А потом говорит, хотя, по крайней мере, некоторых. Вдруг так мало? Нет, у него не меняется нацеленность. У него ничего не поменялось, но он готов платить ту же самую цену, нести те же самые расходы даже ради некоторых. Если не получится больше приобрести, даже ради некоторых. Но, может быть, братьям это понятнее. Проповедовать вот такой аудитории или соберутся два человека. Но бывало так, вот приедем в какую-то группу, собрание. Два человека. Смотришь, а кому проповедовать? Друзья, а зачем эти затраты? Чтобы приобрести. Значит, без затрат не приобретешь. Налегке ничего не получится. Вот я уже сказал, здесь Павел говорит, так бегите, чтобы получить, не ради того, чтобы пробежаться. Налегке не получится, без затрат, друзья, без того, чтобы не платить, не приобретешь. Наверное, это не новая мысль и не сильно глубокая, но я замечал, что я расположен приобретать, и чтобы не платить. Друзья, я еще хотел обратить внимание вот на два текста. Может быть, коротко. Матфея, 18 глава. Здесь с 15 по 20 стихи. Я не буду все читать, а только обращу внимание. Здесь тоже Христос говорит, вот если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи. И здесь это выражение. То приобрел ты брата своего, если послушает тебя, то приобрел ты. И с 18 стиха. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот речь идет о том, чтобы приобрести брата, приобрести душу. И здесь нужно обличить, выговорить ему. И выговорить и обличить именно с тем, чтобы приобрести. И, похоже, это будет аккуратно, это будет мягко. Это будет, ну, может быть, и не всегда так, ну, мягко, но чтобы приобрести, это цель. И в связи с целью будут продиктованы действия и слова.
И вот здесь же, в связи с приобретением брата, речь идет о молитве. И решение этого вопроса, вот этой души, свяжите, развяжите, разрешите, это связано с небом, это интересует небо. Вот эта работа с душами такая важная. Выше Христос говорит о том, что Он пришел спасти погибшее. Потом об овце сказано, одна из ста, которая потерялась, и пастух, оставляя 99, ищет, чтобы найти вот эту. Друзья, и вот здесь речь идет о молитве. Если двое согласятся просить об одном, будет им от Отца Небесного. Но в контексте приобрести брата, приобрести душу. И согласие в молитве, конечно, об этом. Я бы сказал, усиленная молитва. Двое согласятся просить об одном. И может узел развязаться или связаться. То есть может решиться положительно вопрос чьей-то души посредством молитвы. Друзья, вот думаю, что часто звучат эти мысли, важные мысли. И, наверное, мы нуждаемся в напоминании. Вот как хорошо, если те, с кем нам поручено заниматься, они в сердце нашем. Мы о них молимся ежедневно. Перечисляем не только имена, но и особенности, какие-то трудности характера. Просим у Бога за эти души. Стараемся об этом со всяким постоянством. Это трудное служение. Но, похоже, без этого тоже не развязывается и не связывается. И раз Господь на это обращает внимание, то это та затрата. Это та купюра, если можно так грубо сказать, посредством которой можно приобрести, достичь цели, приобрести. Вот мне очень понравилось слово в послании Иакова, 5 глава, 16 стих. Ну, там сказано, болен ли кто из вас в контексте, пусть призовет пресвитера в церкви. И вот это выражение, молитесь, чтобы исцелиться друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Молитесь, чтобы исцелиться. Исцеление наступает посредством молитвы. И там, думаю, что речь идет не только о физическом исцелении, но и о духовном, потому что исповедание грехов – это духовное явление. Вот, следовательно, исцеление и духовных переживаний каких-то. Посредством молитвы наступает исцеление, молитвы друг за друга. И еще такое ободрение – много может усиленная молитва праведного. Много может. Горизонты у нее великие. Я как-то вот так думал, когда-то проповедовал, и думаю, всегда бывают такие немножко дерзковатые, даже среди христиан, которые уже что-то испытали, разочаровались, и вот кто-то такой спросит, ну, много может, ну, сколько? Ну, я уже молился, ну, сколько может? И я вот задался целью, по Библии посмотрел, вы знаете, это необъятные горизонты возможностей. Это и воскрешение мертвых, это и солнце останавливалось, это победы многочисленные, удивительнейшие победы над врагом, который силою превышал и могуществом. Это такой длинный перечень. Друзья, вот я об этом говорю и сам смущаюсь, потому что переживаю, много переживаю, что молитвы мало в моей жизни. А это очень важно. Ну и последнее, друзья, вот из затрат. Это Луки 16 глава, 9 стих. Здесь тоже вот это слово есть. Приобретайте. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Но здесь, похоже, прямо сказано о материальных средствах. Думаю, нам знакомы случаи, когда вот наши материальные средства, они могут сыграть такую вот роль
приобретение. Как это в детской работе, с подростками, я думаю, тоже очень много этого может быть. Где-то выезд с ними организовать, какие-то затраты понести, ну, может быть, разнообразное. Вот приобретайте себе друзей. Значит, затраты, расходы, издержки можно так подытожить: большие и разнообразные. Без них приобретать немыслимо. Без того, чтобы платить и терять, приобрести невозможно. Ну и последний пункт – качество этого человека. Друзья, я так суммировал, может быть, многие качества. Вот здесь же в Евангелии Луки 16:10. Почему-то вдруг Христос к этому добавляет: «Верный в малом и во многом верный». Верен, а неверный в малом, неверен и во многом. И я подумал, что можно перечислить какие-то качества вот из этих текстов прочитанных, но ограничусь, друзья, тем, что человек, который приобретает души, его можно смело назвать верным человеком. Он действует в том же направлении, что и Бог. Очень легко увидеть, что это Божья заинтересованность – приобретать, спасать души. Христос для этого приходил на землю. И если у нас та же направленность, если у нас эти же интересы, и мы готовы нести затраты, то мы верные. Хотелось бы, друзья, чтобы мы об этом помолились, чтобы в нашем служении достигать цели. Вы знаете, мне всегда-всегда очень приятно слышать высказывания тех, кто сегодня уже седой, а вспоминает детского руководителя, сестру или брата. Я не раз уже это слышал. И как приятно, когда, ну вот конкретно, один пресвитер, но сегодня он уже пресвитер, и давно пресвитер. И вот он говорит: мы такие были подростки, шустрые, везде успевали что-то натворить. И вот пришел один брат с армии, и он занялся с нами. Он уделил нам внимание, там гитара у него была, он предложил нам приобрести их и стал с нами заниматься. И мы так заинтересовались. И он говорит: я думаю, он много сделал в том, чтобы нас приобрести для Христа, чтобы нас избавить от многих-многих искушений, потому что с этими гитарами мы стремились в дом молитвы, мы хотели что-то сыграть, поучаствовать. Вот не так много издержек, да, братья и сестры? С гитарой вот так время выделить для подростков. Ну, как сказать? Вот пусть Бог благословит нас, чтобы нам быть верными рабами, чтобы оставить добрый след, чтобы в служении приобретать души. Аминь. Давайте помолимся.